На Совете глав пограничных ведомств единогласно было принято решение проведения пятой по счету в новейшей истории эстафеты. Она пройдет вдоль государственных границ 9 стран-участников СНГ, преодолев в общей сложности свыше 60 тысяч километров. Сегодня кубанские пограничники приняли специальный кубок в Анапе. Для нас прибытие сюда, на Кавказ, это знаковое мероприятие, знаковое событие. Потому что Кавказ для пограничной службы это значит очень много, и это очень актуально. Эстафета здесь пройдет по городам по побережью Черного моря. Мероприятие по случаю прибытия эстафеты Победы, торжественный концерт с участием Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, фотовыставка и демонстрация вооружения пройдут 5 марта. Пока там где-то в верхах что-то решается, мы просто проводим эстафету. Мы встречаемся, мы разговариваем, мы общаемся, мы видим людей, которые тебя понимают, говорим на одном языке. Мы рады и, наверное, ну я рискну, конечно, лихо, но тем не менее на Кубани это можно. Вот сказать, что мы, наверное, и что-то определяем в какой-то степени, потому что мы хотим, чтобы мы были вместе, мы хотим, чтобы мы были в мире, мы хотим, чтобы вот эта кубанская красота полей и красота этого края, она вот была перенесена и в другие регионы, и чтобы те регионы поделились этой красотой и знали друг друга, и общались друг с другом, и жили в добром, хорошем здравии и общении. Эстафета Победы давно вышла за рамки пограничной и приобрела всероссийскую значимость. 28 мая, в день пограничника, она финиширует в Москве на Поклонной горе.